Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Республика» в студии Юлия Важенина. Главные новости страны и Чувашии в материалах журналистов нашей программы. Главное в выпуске. 2 года мучений и, наконец, решение. Когда в Порецком районе восстановят дороги, разрушенные из-за строительства М-12? И как этому поспособствовала 4-я власть? Соя, картофель, пшеница и овес. Какой еще сельхозпродукцией Чувашия обеспечивает не только себя, но и жителей соседних регионов? Как в Чувашии идет работа по догазификации и куда обращаться желающим сменить электронную плитку на голубой огонь? Гражданское кольцо в юго-западном районе Чебоксар практически ликвидировано. На реконструкцию закрывают 2-е полукольцо. По прямой дороге, которую построили вместо 1-го полукольца, запустят движение. В итоге осенью жители столицы Чувашии получат 4-полосную транспортную артерию. Реконструкция по улице Гражданская – один из ключевых объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Из-за ошибок в проектировании сумма на реконструкцию всего участка уже менялась несколько раз. Получено заключение экспертизы с окончательной ценой 1 миллиард 95 миллионов. Я просто напоминаю, что первоначальная стоимость была 980 миллионов, сейчас 1 миллиард 95. Но, правда, исполнитель говорит, что будут еще дополнительные какие-то расходы. Но мы пока вот остановились на этой цифре. Работы ведутся не так быстро, как хотелось бы. Тот график, который мы рекомендуем с 7 утра там, до 8 вечера, до сих пор не соблюдается. Хотя увеличили количество людей, увеличили количество техники. Но в любом случае, Олег Алексеевич, в этом году движение по этой дороге будет открыто. 3 августа Минтранс Чувашии презентует документы транспортного планирования республики и Чебоксарской агломерации. После этого будет принято решение, по какому пути развивать пассажирские перевозки. В республике сейчас 446 маршрутов, работают около 120 перевозчиков. В направлении Чебоксара-Новочебоксарск в этом году один из перевозчиков по 101-му С-маршруту вернул в лизинговую компанию автобусы большой вместимости и поставил вместо них транспорт поменьше. По таким вопросам необходимы стратегические решения, подчеркнул глава региона. И отступать назад, когда мы уже вышли на стандарты, на автобусы большего класса, и обратно наступать, это неправильно. Это неправильно. Поэтому временные меры хорошо. Но дальше как бы должны быть четкие решения, обозначенные как позиции правительства, утвержденные сроки и, соответственно, дальше двигаться. Либо это делает этот подрядчик, либо это должен другой перевозчик. Поэтому мы с вами об этом говорили. Поэтому здесь никаких вот этих вот качаний туда-сюда не должно быть. У нас должно быть последовательное движение вперед. Да, сложности будут возникать. Но для того мы с вами работаем, чтобы эти сложности преодолевать, вырабатывать решения, а дальше действуя, достигать поставленных целей. 26 июля наша съемочная группа по обращению жителей Порецкого района выехала в села Кудейка, Кожевина и Сиява. Их жители жаловались на дороги, разрушенные большегрузами, которые возят песок для строительства трассы М-12. После выхода нашего сюжета в эфир национального телевидения Чувашии эту ситуацию прокомментировал министр транспорта республики Владимир Осипов. О том, когда дороги приведут в норму, Анна Центовская. Из-за ямы кочек до сел не добираются машины скорой, с трудом ходят школьные автобусы. Что уж говорить о постоянных поломках личного транспорта. У нас школы нет, учеников возят в Кудейху. По этой дороге как матери отпустить ребенка? Нас вот это очень тоже волнует. Весь асфальт, как говорится, уничтожен. Одни ямы где-то 30-40 сантиметров, 1,5 метра шириной. На легковой машине, значит, в пределах 5-10 километров максимум скорость не прибавишь. Останешься без машины или сам разобьешься. Вот, пожалуйста. Я обращалась и в Минтранс, и в разные министерства. Даже вот в Министерство образования я обращалась, потому что тут используется спецтехника, то есть возят детей в школу, вынуждены возить вот по такому бездорожью. То есть куда мы только не обращались. Я обращалась в интернет-приемную к Путину. Мы изыскали разные возможности, но на все наши обращения нам присылают практически один и тот же ответ. Что этот вопрос постоянно контролируется, но на самом деле вот в течение уже 2 лет мы не видим постоянного ремонта. Местные жители хотели лишь одного – узнать, когда же дороги приведут в норму. Ответ на этот вопрос мы получили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Чувашии. На днях Минтранс Республики подписал соглашение с государственной корпорацией «Автодор» о восстановлении таких дорог.
В четверг будет предоставлен автобанам график производства работ, по которым они будут восстанавливать дороги. Предварительная договоренность где-то 2-3 августа автобан приступает к ремонту. В течение августа месяца до 1 сентября участок автодороги Мачкасы-Порецкая, Гард-Сиява, Ибреси-Кудеиха-Кожевина. Эти дороги будут отремонтированы до 1 сентября для того, чтобы могли запустить школьные автобусы. Эту проблему Владимир Осипов сегодня также обсудил на рабочей встрече с главой. Из-за движения большегрузов дороги разрушаются не только в Порецком районе. В список попадают Канашский, Ибресинский, Шумерлинский и другие. Всего в Чувашии необходимо восстановить 227 километров. В течение 2 лет их все должны привести в нормативное состояние. Анна Центовская, Николай Скворцов, Павел Редков, Республика. Как в Чувашии идет работа по газификации и догазификации, куда обращаться желающим получить услугу? На все эти вопросы ответили заведующая сектором госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам Марина Антонова и первый заместитель генерального директора «Газпром» газораспределения Чебоксары Виталий Семенов. Запись прямого эфира можно посмотреть в официальном сообществе Чувашской Республики ВКонтакте. Основные моменты в репортаже Милены Алексеевой. В Чувашии по состоянию на июль текущего года более 4500 человек подали заявки на догазификацию. Половина из них уже пользуется газом. Спикеры отметили, никакие санкции не помешают реализовать данный проект. Санкции нам не навредят. Ни в коей мере. Еще раз подчеркну, сейчас газопроводы, как правило, прокладываются полиэтиленовые. У нас достаточно фабрик, комбинатов и заводов, которые выпускают эту полиэтиленовую продукцию. У жителей часто возникают вопросы о проведении газа. Многие не владеют информацией, что такое догазификация. Поэтому специалисты в своей работе активно используют систему инцидент-менеджмент. Есть такая система инцидент-менеджмент. Это возможность обратиться любому человеку и задать свой вопрос. И второе, она закрывает те вопросы, которые мы каким-то образом не донесли до населения по той причине, что не провели вот такое же мероприятие, как сегодня. Также во время прямого эфира жители республики интересовались, какой категории граждан будет компенсирована часть затрат на догазификацию внутри границ участка. Воспользоваться льготой смогут труженики тыла военных лет, ветераны труда, дети войны, военнослужащие и другие. Милена Алексеева, Регина Кубайкина, Бахтияр Велиев, Республика. Чувашия может обеспечить продуктами питания не только себя, но и соседние регионы и зарубежье. Сельхозпродукция из республики уже представлена в 31 стране мира. Чувашия выполняет показатели доктрины продовольственной безопасности. В большей части урожайность зависит и от сортов семян. На данной площадке представлено более 250 сортов. Из зимового клина здесь представлена зимовая пшеница. Мягкая, озимая рожь, тритикалия зимовая. По зимовому клину здесь более 60 сортов. По яровому клину такие культуры представлены, как яровая мягкая пшеница, яровая твердая пшеница, тритикалия яровое, также ячмень и овес. Обилие сортов радует сельчан. Количество выращенного картофеля почти в 2 раза превышает уровень потребления. Его здесь посадили на площади 24 гектара. Картофель в республике мы производим больше, чем потребляем, почти в 2 раза. В этом году мы планируем убрать 170 тысяч тонн картофеля в республике. Здесь есть из ранней группы спелости гулливер, реги и среднеранних. Ирбитский сорт и среднеспелых сорт вымпа. В нашем регионе самые более уходят ранние сорта. Вот из ранних сортов мне больше нравится, мне больше нравится сорт реги. Клубник округло-овальный, розоватыми глазками. Товарный вид очень красивый. И вкусовые качества хорошие, вкусные. Республика занимается и выращиванием сои. В этом году в реестр вошел новый вид цивиль. При хорошем урожае можно собрать 32-38 центнеров с гектара. Отличается он большим содержанием белка и жира. Самый первый сорт мы совместно с Ершовской опытной станцией вывели, сорт «Чера-1». Тоже распространился по всем регионам нашей России. А потом «Памяти Фадеева», «Мерчень», «Люмария» и вот «Цивиль». В нашей копилке 5 сортов. Сои северные экотипа.
Все перечисленные сорта выведены в Чувашском научно-исследовательском институте сельского хозяйства. Их сейчас сеют не только в республике, но и за ее пределами. Милена Алексеева, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Республика. В столице Чувашии прошла встреча гериатров. Поделиться опытом и оценить работу местных специалистов приехали сотрудники федеральных центров. На повестке профилактика падения и переломов у лиц пожилого и старческого возраста. Гериатры – это специалисты широкого профиля, которые работают с пожилыми людьми. Их отличие от узких специалистов в том, что они назначают лечение, исходя из рекомендаций и противопоказаний всех своих коллег, так, чтобы одно не навредило другому. Также гериатры следят за социальным положением своих пациентов и в случае необходимости тесно работают с социальной службой. Хорошее отношение к старшему поколению, наверное, это все-таки показатель зрелости общества. Да? Роль травматолога очень важна, потому что травматолог – это первый доктор, который сталкивается с пациентом, получившим перелом шейки бедренной кости. И вот здесь важно, чтобы травматолог оставался не один, чтобы это был мультидисциплинарный подход, чтобы травматолог работал в связке с реаниматологом, с терапевтом, с кардиологом, с гериатром, с социальным работником. Средняя продолжительность жизни в России выросла. По данным специалистов, количество пожилых людей в стране к 2028 году будет более 25% от всего населения. Увеличивается и нагрузка на гериатров. Их главная задача – помочь пациентам сохранить здоровье. Поэтому большое внимание уделяется профилактике болезней. Людям старшего поколения необходимо своевременно проходить диспансеризацию и профосмотры. Назначая некоторые виды лекарственной терапии в возрасте там, 80+, мы попадаем в ситуацию, когда вероятность побочных эффектов будет превышать вероятность полезного действия лекарственных препаратов. Именно поэтому врач-гериатр работает с человеком в целом. Конференция прошла в рамках федерального проекта «Старшее поколение». Спикеры школы по профилактике падений и переломов проводят конференции по городам России. Чебоксары стали десятыми. Полученный опыт непременно принесет свои здоровые плоды. Алексей Иванов, Регина Кубайкина, Юрий Марков, Республика. В Ледовом дворце города Чебоксары подписано соглашение между Министерством физической культуры и спорта Чувашии и региональным отделением Союза машиностроителей России о развитии корпоративного спорта в отрасли машиностроения. Корпоративному спорту по всей России уделяется большое внимание. В Чувашии спортивные клубы созданы в 51 трудовом коллективе, а физкультурно-оздоровительная работа проводится в 652 предприятиях и организациях республики. По словам министра спорта Чувашии, чтобы достичь результатов национального проекта «Спорт. Норма жизни» нужно еще поработать. На сегодняшний день из того населения, которое работает на предприятиях, это около 44% занимается. Это порядка 150 тысяч, но это, считаю, не тот результат, который нам нужен, потому что занятия спортом помогают достигать тех национальных целей, которые поставил перед нами Владимир Владимирович Путин. 70% систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2030 году. Дорожная карта спортивных мероприятий Союза машиностроителей Чувашии находится на стадии разработки и будет готова к ноябрю текущего года. Волейбол, футбол, баскетбол. Сегодня вот Василий Владимирович высказал мнение, что, может быть, надо посмотреть и по хоккею в том числе. Вот. Поэтому будем в основном пока базироваться на них. Ну, а в основном, конечно же, это мы будем выполнять те пожелания людей, которые занимаются спортом. Данное соглашение позволяет теснее сотрудничать и взаимодействовать в организации спортивных мероприятий. Всего в Чувашском отделении машиностроителей России на сегодня 14 предприятий. Планируется, что к Новому году их будет 25. Таким образом, работники предприятий смогут заниматься спортом и физической культурой на своих предприятиях. Алексей Иванов, Игорь Зверев, Республика. Отдых и оздоровление. В Чувашии этим летом отдохнут 40 детей из Донбасса.
С 12 по 25 августа правительство Чувашской Республики совместно с промышленными предприятиями региона организует на базе Центра одаренных детей ЭТКЕР отдых и оздоровление детей работников Донецкого и Торецкого электротехнических заводов. Глава региона пообещал сделать все, чтобы дети хорошо отдохнули к началу учебного года. Сейчас в Чувашии в рамках федерального проекта «Университетские смены» уже находятся две группы детей из Донбасса, которые знакомятся с предприятиями и университетами республики. Водоканалы, коммунальные сети Новочебоксарска выпустили в Чебоксарское водохранилище мальков-стерляди. Всего за два дня в Волге окажутся свыше 33 тысяч мальков. Основная цель экологической акции – восполнить водные и биологические ресурсы Чувашской республики. Стерлядь занесена в Красную книгу России. Она играет важную роль в сохранении и приумножении биоресурсов. Этот редкий вид рыбы входит в число рекомендуемых для разрыбления Волги. Мальков стерляди привезли в Чувашию, Саратовской и Нижегородской областей. Это были главные новости Чувашии в четверг, 28 июля. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь на национальном телевидении Чувашии.